25 и 26 января в Нарьян-Маре пройдет фестиваль уличных танцев «Разморозка». В его программе батлы и выступления лучших современных танцевальных коллективов Ненецкого автономного округа. «Разморозка» в Нарьян-Маре проходит уже 4-й год подряд. Этот фестиваль уникален для молодых танцоров возможностью не только показать свои командные выступления, но и продемонстрировать свои способности в дуэтах и сольных батлах. Батлы – это состязания, во время которых участники импровизируют на одном танцполе. Арина Чернева, участница студии танца «Лу Дэнс Фэмили», примет участие в «Разморозке» 4-й раз. Мне 12 лет, я занимаюсь танцами именно в этой студии уже 3-й год. И на прошлой разморозке я заняла 1-е место. И на этой разморозке я планирую выложиться на все 100%. Активно готовятся к фестивалю и участники, для которых событие такого масштаба в направлениях хип-хоп и стрит-дэнс станет дебютом. Марине Елисеевой 12 лет. Ранее она занималась бальными танцами, а модным сейчас хип-хоп направлением Марина увлеклась чуть более года. На этом фестивале жду много новой информации с мастер-классов и, наверное, чтобы посоревноваться и узнать свой уровень. Соревнования будут проходить в 5 категориях в разных возрастных группах. Все участники в предвкушении грандиозного танцевального шоу оттачивают хореографию, готовят интересные фишки и придумывают новые трюки. Владимир, как давно ты занимаешься танцами и чего ты ждешь от фестиваля «Разморозка» 2020? Танцами я занимаюсь уже на протяжении 5 лет, и от фестиваля «Разморозка» я жду бурю эмоций, просто наслаждения всей той атмосферы, которая будет происходить на тот момент. И я надеюсь, что наша команда выиграет и займет, конечно же, 1-е место. В этом году на фестивале выступят команды Showtime, Lu Dance Family, DL Studio, Elite, Liberty и Best Friends. Сильнейшие команды сразятся за звание лучших танцоров. Александра, сколько вы занимаетесь танцами? Я занимаюсь танцами около 6 лет. Я так понимаю, в прошлом году вы тоже участвовали. Какое самое яркое событие было? Да, я участвовала. Участвовала я в команде ST Girls. Это наша женская команда. Мы заняли 1-е место в командном соревновании. Это было незабываемо. Очень. Отлично. А скажите, пожалуйста, что вы ждете от фестиваля в этом году? Наверное, в первую очередь выложиться на все 100%, победить и покорить всех зрителей. В этом году судьями фестиваля будут Амар Палома, США, и Мария Будалак, Санкт-Петербург. Профессиональные титулованные танцоры и судьи международной категории. Они же дадут участникам разморозки долгожданные мастер-классы по направлениям хип-хоп, брейкинг и вакинг. Фестиваль «Разморозка» – это вообще единственный в своем роде соревновательный фестиваль, да, конкурс среди танцоров именно направления стрит-дэнс. У нас это направление сейчас очень активно развивается, и я считаю, что очень важно продвигать и развивать это направление, привозить сюда танцоров. Да. Мы привозим очень опытных хореографов и педагогов, которые дают мастер-классы нашим ребятам, нашим танцорам, для того, чтобы их развивать, чтобы они становились еще сильнее. Напомню, танцевальный фестиваль «Разморозка» пройдет 25 и 26 января во Дворце культуры «Арктика». Елена Ванцева, Владислав Носкин, телеканал «Север».